Попадает, и вы слышите, как московские болельщики приветствуют успех легендарного литовского центрового. Своего оппонента в данном эпизоде. И снова Сабас! Ух ты! Хотя полтора шага до дуги. Ну, это вот то самое мастерство, которое невозможно потерять. Тихоненко продолжает отбегать! Задержался с подстраховкой, и Сабас продолжает демонстрировать, что в порядке он в полном. Мощный танк,